Вот такие вот новые блица сейчас выходят везде, в городах выставляют. Это сейчас Людвигсхафен. Так вот он выглядит спереди или сбоку, а вот так вот он выглядит сзади. И когда проезжаешь, ты просто думаешь, что это какой-то ангенья, тележка какая-то стоит, потому что с номерами все. А на самом деле это блица. Вот стоит зона 30, и он тут щелкает, нет-нет. Поэтому смотрите, я в других городах не знаю как, но вот в Людвигсхафене я знаю, что несколько штук поставили. Поэтому смотрите в оба.